Приветствую вас, уважаемые любители хорроров, меня зовут Ренат, вы находитесь на канале Horror Live Game. И сегодня мы с вами продолжаем проходить адскую бургерную про какую-то гребаную, короче, корову. Вот. А чё это? А где звук-то? А вот звук у нас появился. Так, Happy's Humbly Burger Farm, да. Параметры. А зачем нам, я захожу в параметры? Давайте сразу, короче... продолжить. Мы в прошлый раз что сделали? Мы забрались в кабинет начальника. Мы забрались в кабинет начальника. Потом, короче, по-моему, начали смену и нас убило корова. Или нет? Я, короче, не помню, на чем остановились. Короче, у нас сейчас идите на работу. Пойдем сейчас, короче, на работу. Пойдем на работу. Так, давайте проведаем вот этого чувака. Где сесть? Вот сесть. Вот сесть. Robot. О, прикиньте, схема есть, офигеть. Ну-ка давай. Так. Вот так вот, во. Сделаем, короче, еще одну взламывалку. Сделаем еще одну взламывалку. У нас там, потому что осталась еще одна, короче, невзломанная дверь. Еще одна, короче, невзломанная дверь осталась. Почему у меня открыта дверь здесь? Ты офигела, игра? Так, чувак, ты на работу, да? Так, давайте вот эту дверь взломаем. Мы же ее не взламывали. Я не понял, а вот эти вот ресурсы, короче, для крафта, вот этих, короче, взламывателей, они респятся там сами, что ли, или что? Я понять не могу. Очень, короче, странная хрень. Так, открыто. О! Я упал. Так, монетка. Вы нашли жетон. Хорошо. Так, почему ты не садишься? Я провела значительное количество времени в симуляции. А мой ум был ясен, и я смогла понаблюдать за подобными вблизи. Изучить эффекты той технологии, меняющей поведение. Надо потише сделать себя. Результаты вызывают тревогу, если не сказать больше. Как на симуляцию подопытных присутствует одна и та же травма. Мы не выращиваем покорных работников, мы повторно травмируем их. Ага. Это сейчас шла речь об этих роботах, о клонах, да? Типа о них. The Never Game Bug или Game Bug. Тут вообще, короче, все стерто. Найдите другой путь или попробуйте убрать засов. Где-то звонит телефон. Ау. Ау. А как меня отсюда тереть? А вот это подстава. Вот это подстава. А как мне выйти-то теперь отсюда? Там кто-то еще разговаривает. Окно. Но не открывается. И чё? А как мне теперь выйти-то отсюда? Эй, чувак, дверь мне открой. Пожалуйста. Нет. Эй. А как мне теперь выйти отсюда? А чё делать надо? Может, мне надо залезти вот туда? Нет? Нет? О! Эй, чё? А! Фу ты, блядь, я идиот! Я идиот! Закрыто, да? Так, на... О, подождите, у нас появился рюкзак. У нас появился рюкзак? А что туда надо складывать? Что такое бургер? Подождите, настройки управления. Перезначить клавиши. Так, рюкзак Б. Рюкзак Б. А, сначала надо положить предметы в рюкзак. Ну, типа, ладно. Так, а что у нас по заметкам? Статистика. О, статистика, нифига себе. Всего заработано денег $504.
Управление, действия, заметки. Что ты делаешь? Поехали, короче, на работу. Посмотрим, что у нас там будет на работе. Кабинет начальника же открыт, может быть, там что-то изменилось. Сейчас мы сходим, посмотрим это все дело. Посмотрим, короче, все это дело. Что там? Возрадуйся, твоя задача подавать хот-доги. О, нифига себе, хот-доги. Все просто, подходи к новому аппарату. Клади булочку, мясо, немного кетчупа и горчицы. И дело в шляпе. У меня будет новый аппарат для работы. Нифига себе. Так. В натуре. Так, кетчуп, горчица. А как, блин, надо было, короче, этот, сразу же знать заранее перевод кетчупа и горчицы. А вот и сосиски, да, у нас появились. Так, пойдемте сразу же их, короче, вот сюда вот кинем. Подожди. Пусть они, короче, сразу лежат здесь у нас, да? А, так, два этих, два этих. Сразу же, короче, заранее подготавливаемся. Сразу же заранее подготавливаем почву, чтобы, типа, у нас все работало. Так, это сюда, это сюда. Так, еще по две штуки, чтобы потом не бегать. Чтобы потом не бегать, сразу же надо подготовить все. Вот так вот. Так, шейки, не шейки. Это мы все, короче, сделаем. Так, бургерная бомба. Закрываем. Так, чё, отмечаемся, да? Отмечаемся. Робот-пылесос приехал. Окей, окей. Я вышел на работу. Так, чё, открываем смену. Да, открываем смену. Погнали. Сейчас у нас будут еще и бургеры. Ой, какие бургеры, сосиски. Так, надо включить. Надо сразу же все включить. Так, это мы сразу же, короче, ставим жарить. Это мы сразу же ставим жарить. Так, жарится? Да. Идет первый посетитель. Что ты хочешь? Первый посетитель. Я бегаю, трачу энергию. Надо ходить чуть медленнее. Не нервничай. Так, фантастик, короче, так, один. Так, бит. Так. Погнали. Что там такое летало? Так, фантастик. Без томатов. Что там случилось? Гриль. Горит гриль, отключите. Вот суки, блядь. Гриль без томатов. Так, 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 так. Это мы все складываем, это мы все складываем. Так, включаем приборы обратно. Так, это не пожарилось. Так, что там тебе еще надо было? Так, два хот-дога, это понятно. Так, и софт-дринк. Хот-доги еще не пожарились. Они не жарились, прикиньте, все это время они не жарились. Так, котлета готова. Готова. Так, забираем. Забираем котлету, ставим пакет. Так, софт-дринк. Софт-дринк. Офигеть, какой большой заказ, мать ты офигела. Кто приходит с такими, блин, дебильными заказами? Так, забираем, забираем, забираем. Так, это вот сюда, вот, вот сюда, вот, вот сюда. Вот. Я надеюсь, что они не сгорели. Так, это вот так вот. Так, это, короче, вот так вот, вот так вот и вот так вот, да? Так, готово. Забираем, забираем. Так, так, софт-дринк мы закинули. Чё там? В туалете засор, устраните. Задолбало! В туалете засор, блин, устраните.
Все, и готово. Началось колхозе утро. Все, давай, пока. В смысле? В смысле нет? Да в смысле, я же все сделал правильно, алло. Ты офигела? Я тебе все отдал. Так, пробуем готовить гамбургер, который мы так ни разу и не подготовили. Так, жарим. Где эта корова? Где ходит эта гребаная корова? Почему? Почему сразу же три ошибки? Так, это мы сюда. Так, 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 так. А, корова гребаная пошла в жопу. Ты чё, тварь? Тварь такая. Так. Гамбургер. Еще не готов. Еще не готов. Ждем. Ты чё, мерзкая тварина? Гамбургер готовится очень долго. Гамбургер готовится... Прикиньте, первый заказ и косяк. И косяк. Я на тебя смотрю, тварь. Я на тебя смотрю. Я на тебя смотрю, меня ничего не отвлекает, кроме тебя. Я тебя вижу. Я на тебя смотрю, мерзкая тварь. Где котлета должна загореться зеленым? Да? Да, ждем. Ждем, пока, короче, загорится зеленым. Очень долго, очень. Очень долго готовится котлета. Нужно включить приборы. Ой-ой-ой. Еще и приборы мне выключают. Капец, блин. Так, готово. Готово. Уф. Хорошо. 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 Ох, у меня аж отлегло. Я в первый раз в жизни победил эту гребаную корову. Так, теперь, короче, все обосрано на кухне этой гребаной коровой. Все обосрано. В чем был косяк тому, я что-то так и не понял, алло. Что ты хочешь? Так, одна печенька. Подождите, я же ведь не приготовил. Так, печеньки, так, хаппи-дог, Мустант. Мустант это что? Это без горчицы. Все, я понял. Так, это сюда. Так, это, короче, вот сюда. Без горчицы. То есть с кетчупом, да? Взяли. Взяли. Так, теперь что тебе там еще надо? Так, Happy Deluxe. Happy Deluxe, да. Тебе нужен Happy Deluxe и печенька. Так. Печенька, готовим Happy Deluxe один. Happy Deluxe, где он? Вот, это у нас коровка. Ты чё, придурок? Взрывоопасный. Так, опять выключились приборы. Вы чё, блин? Так, готовим Happy Deluxe без этих. Вы поняли меня? Без этих огурцов. Да? Да-да-да, хот-пай, хот-пай. А, тебе еще нужен горячий пирожок. Хорошо, что я их сделал. Так, хот-пай. Больше там тебе ничего не надо, мать? Нет, больше тебе ничего не надо. Так, ждем, пока прожарится котлета. Так. Окей. Блин, какая тяжелая, короче, смена. Ты чё, придурок? Так, пойдемте съедим большой батончик XXL, который там.
Так, что ты хочешь? Я ничего не вижу. Так, фантастический, короче, ролл без сыра. Без сыра. Опять кто-то выключил свет. Ну и пофиг. Так, фантастик, короче, без сыра. Я понял. Ставим, короче, готовиться. Так, что у нас там еще? Соломоновые наггетсы и шейк. Соломоновые наггетсы. Куда они исчезли? А, вот они. Так, соломоновые наггетсы. Да, и один шейк. Один шейк. Так, соломоновые наггетсы. Складываем. Шейк. Складываем. Осталось не так долго, да? Так, готово? Нет. Начинаем собирать. Так, ей нужно, по-моему, без сыра. Без сыра, да. Так. Все, окей. Собираем. Там опять кто-то летает, придурки. Опять кто-то там летает. Задолбали, что за термоядерные мухи там. Какие-то дебильные. Так, окей. Забрали, пошел отсюда. Че у нас там осталось? 58 секунд, ну еще один заказ, наверное, я успею сделать, да? Так, так, счастливый хот-дог. Без кетчупа. Так. Опять кто-то выключил у меня все. Ты че, придурок? Ходит, выключает, прикиньте, свет. Олень, блин. Так, без кетчупа. Так, берем сосисон. Берем, так, на прожарку. Так, и что там тебе еще надо было? Соломоновые наггетсы, да? Так, соломоновые наггетсы. Берем. Вот этот придурок прозрачный ходит мне, короче, выключает свет. Так, все, ждем, пока поджарится сосиска. Опять они выключили свет. Ты чё, придурок? Так. Закончить смену. Все, идите в жопу, короче, олени. Вот реально просто, короче, задолбали. Так, тут что-то изменилось? Нет, тут ничего не изменилось. Тут осталось все так же. Только какая-то записка есть, которую мы не можем прочитать. Так. Все, короче, заканчиваем эту дебильную работу. Так, где у нас XXL батон был? Вот это XXL батон, мы его берем. Так, она почти полностью нам, короче, все восстанавливает. Что нам теперь еще надо? Отремонтировали туалет. Так, нам сказали, что у нас есть какие-то рецепты, которые мы типа можем скрафтить типа у себя дома. Пойдемте сходим, короче, домой. Нужно отметиться перед уходом, спасибо. Нужно, короче... Да откройся ты! Нужно, короче, сходить домой и посмотреть, что мы можем скрафтить. Потому что нам попадались какие-то, короче, рецепты. Все, давай, пока-пока. Чувак, идем домой. Нехрен тут стоять. Я даже двери в ресторане закрывать не буду. Так, мать, давай-ка ты пойдешь со мной на превьюшку. Так, это что у нас? 18:35. Все, запомнили. 18:35. Ты пойдешь со мной на превьюшку, а я пойду в это время домой. Хвала булочке. Хвала булочке. Хвала булка. Представляешь, наконец-то открылся музей Нью-Элизиума. О май гад, это вон там? Начальство говорит, что должна проводиться выставка. Не хочешь сходить? Похоже, будет интересно. Пойдем сходим. Хоть что-то новое, кроме работы. Хоть что-то новое, кроме работы. Пойдем сходим. Посмотрим. Мне интересно, что за музей. Может быть, мы там что-нибудь найдем интересное. Например, да? Идите в музей. Говорит, идите домой. Нет, я не хочу идти домой, я хочу сходить в музей. Мне интересно сходить в музей, мне интересно посмотреть, что там есть. Я хочу походить по музею. Так, это музей у нас чего? Это музей вот этих вот, короче, мультяшных животных? Музей мультяшных животных, да? Тут тоже нужна какая-то, короче, бомба. Я уже в двух местах вижу эти бомбы. Одна, короче, в туалете там бомбу ее взорвать надо. И две бомбы надо здесь.
А как нам скрафтить-то их? Бомбы эти. Короче, надо найти способ, найти то ли рецепт, то ли что, и скрафтить, короче, эти бомбы. А, это Get Happy, это как появились вот эти вот все мультяшные животные, типа там с каких-нибудь там 20-30-х годов, когда они еще были черно-белыми. Потом вот типа это 90-е, наверное, да? Или 80-е, что-нибудь такое. Ну, прикольно сделано. И вот это вот у нас уже типа 2000-е. Короче, у них рыба, петух, свинья и корова. И вот это вот, короче, современность. То есть тут уже полноразмерные нормальные куклы, да? Что там, там какой-то мультик идет. Типа они жили на этой ферме, там что-то такое, наверное. Ладно, это у нас типа 3D-аквариум. Рыбы, интересно, настоящие там нет? Или тоже какая-то голограмма? Рыбная голограмма. Ой, тут все, короче, по-английски. О, мать, а я тебя знаю. Я тебя видел в магазине. Я тебя видел в магазине. О, соседушка нас тут ходит. Прикольно. Ты тоже решил... посетить музей. Какая-то абстракция, тут вообще что-то не понятно. Это что такое? I'm broken warrior. Что-то там я воин, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все понятно. Искусство. Непонятное, неизвестное, чуждое всему. Петух. А тут у нас кто? Тут у нас какой-то лес Васнецова. Окей. О, монетка сверху. Как туда залезть? А, это типа надо по вам забираться, да? Подожди. Что такое? Что-то щелкнуло. Так, тихо, стоп. Театр. Tunley is a gas giant. It is unable to sustain human life. Oh. We have lost two investigation teams to the surface of Tunley. Про что рассказывают? Про что-то рассказывают? A mega hurricane that covers the planet. А, про солнечную систему, типа солнце, все дела. О, записка. Нифига себе. Записка. А может тут еще что-то есть? Нет. Больше ничего нет. Так, ну-ка. Ты, наверное, думаешь, что поход в музей что-то типа гигантскими монстрами и свиньями? Там должно быть что-нибудь, что можно использовать. Нифига не понял. Кого? А чё он там? Собираешь какие-нибудь колесо предметов в квартире. Ой. Это все понятно. Вы лучше нам скажите, как скрафтить эти гребаные бомбы. Короче, крафтом будем, наверное, заниматься дома. Пойдемте домой. До завтра, королевский комфорт. Теперь почти без насекомых и грызунов. Короче, нам надо каким-то образом научиться крафтить эти гребаные бомбы. Но как их научиться крафтить? Пойдемте походим здесь. Возможно, тут есть какие-нибудь монетки, еще всякие приколюшки. Там за машинами ничего нет? Нет, за машинами ничего нет. Парковочка пустая, пустая. Зато можно попрыгать по полицейским машинам. И тебе за это ничего не будет. Ко! Пошли, короче, домой. Что-то, короче, скучно у них там в этом было в театре. О, супра. Было, короче, у них там скучно в театре. То есть, ну, вообще, короче, ничего интересного. Тут, кстати, тоже какая-то
Парковка. Тоже какая-то... О, там еще что-то есть. Ну-ка, подождите. Так, здесь ничего нету. Пойдемте-ка сходим сюда. Здесь-то я не был еще. Курить запрещено, мусорить запрещено. Ой, что щелкает все время? И что-то какие-то звуки такие. Трун. Что это? Телефоны, это какой-то офис. А-а-а, это кладбище. И что-то все время турунькает. Что турунькает? Возможно, здесь что-нибудь есть. Давайте по кругу пробежимся. Может быть, что-то... О, это что такое? Записка. Мы подобрали какую-то записку. Джон, кто там? Джон Аублу, 40 лет. Короче, на кладбище делать... А, подождите. Нифига себе. Здесь тоже нужно. Короче, нужно крафтить бомбы. Мы с помощью этих бомб можем попасть уже в три места. Понимаете? В три. И у меня, кстати, закончилась энергия. Я думаю, что надо шуровать, короче, обратно домой. Благо, мы находимся недалеко от дома, поэтому до дома будет дойти легко. Короче, идем, принимаем душ, это раз. Во-первых, принимаем душ, восстанавливаем энергию, идем к говорящей электронной голове, пытаемся, короче, выведать у нее рецепт, короче, бомбы. И пытаемся скрафтить, короче, эту бомбу. Вот. Но если так вот, короче, подумать, то в прошлый раз, когда нам предлагали, когда мы крафтили взламыватель вот этих, короче, дверей, нам говорили о том, что его можно скрафтить. То есть у нас, типа, произошел там небольшой взрыв, мы зашли в эту комнату, обнаружили там голова, и она говорит, типа, давай скрафти. Я такой, типа, да ладно, давай скрафтим. Вот. А сейчас-то этого триггера для крафта-то не было. И когда он будет, хрен его знает. И что он да сделает, чтобы появился этот триггер, тоже непонятно. Поэтому хрен его знает. Мы не орудие, мы грили. Единственное, что... А, все это понятно. Это мы читали уже там 25 миллионов раз. Мы это все читали, мы это все знаем, мы это все видели. Это мы все видели. Почему он живет в таком срачельнике? Интересно знать. Пошли, короче, принимать душ. Душ надо принять и надо пополнить энергию. Что-то мелкий у меня там не спит, что-то пищит. Что пищит? I'm not a robot, you're a robot. I'm not a robot, you're a robot. Ну, типа... Excuse me. You're standing on my foot. Before. Don't go. Don't leave me here alone. Ну нет, рецептов новых не появилось у него. Он ничего нам не дает делать. Непонятно. That's how I was before E7 got to me. Бургерная бомба. Вот она. Короче, мне нужна котлета, будильник и батарейка. Котлета, будильник и батарейка. Котлеты мы знаем, где взять. А котлета какая? А котлета любая или не любая? Котлета нам нужна какая? Party Found Burger Farm. Бургер бомб. Короче, сейчас мы, короче, ложимся спать, да? А мы можем, в принципе, не ложиться спать, нам зачем? Мы можем сейчас пойти, короче, в бургерную, взять котлету, купить
батарейку и отправиться в город на поиски будильника. Вот что мы можем сделать. Мы так и сделаем. Все пошло в жопу. Мы не будем ложиться спать. Мы отправляемся на поиски будильника. Чувак, давай пока. Так, батарейку мы возьмем потом. Нам в общей сложности нужно, короче, 3 бомбы. 3 бомбы нам нужно, да? Чтобы сделать 3 бомбы, нам надо взять 3 котлеты. Надо взять 3 котлеты. Поехали. Поехали. Сейчас мы, короче, возьмем 3 котлеты. Пока начальника нету, мы же ночью, типа, придем туда. Мы придем, короче, туда ночью. Начальника нету. Возьмем 3 котлеты. Украдем 3 котлеты. У нашей организации. Чувак, ты все еще не дома. А какие мы возьмем котлеты? Я бы взял коровьи. Ну, типа... Почему нет? Потому что игра же ведь про адскую корову. Поэтому мы ее возьмем. Коровьи. Да? Да. Я совершенно прав. И теперь мы, короче, идем искать. Идем искать. Идем искать будильник. Где мы идем искать будильник? Это где-то, наверное, вот здесь вот. Вот в этих вот магазинах. Подождите, а как... А, я могу их убрать. Нифига себе. Я думаю, а давай-ка я попробую засунуть их этот. Ставки. Нет, не хочу я играть. Орки пик. Где мне найти теперь будильники? А я могу залезть наверх? О, нет, не могу. Очень жаль. Пойдемте походим по... Вот здесь вот, может быть, где-то есть будильник. А может быть, есть в торговых автоматах? Нет? О, еще один можно скрафтить и взломать здесь двери. И что-то там будет. Ладно. Хорошо, мы запомнили. Вот здесь вот еще у нас есть торговый автомат. Пойдемте, возможно, тут у них есть что-то в продаже. Так, скромный батончик. Чип для передачи. А, вот платы здесь продаются. Офигеть, платы есть, это хорошо. Так, переносное радио. Скромная тёлка, батончик. Приятельские часы, ну-ка. Ага, это они. Так, давайте еще 2 возьмем. Так, теперь мы их, короче, положим в рюкзак. И нам надо было еще батарейки. Так, где у нас батарейки? 3 батарейки. А где еще одна? Вот она упала. Так, 3 батарейки. Ну все. Отправляемся крафтить. Отправляемся домой. Крафтить бомбы. Потом идем в музей. Возвращаемся потом в бургерную. И взрываем там туалет. И посмотрим, что там есть. Да? Можно сначала взорвать туалет в бургерной. И посмотреть, что там есть. А можно пойти в музей. Короче, в туалете используется 1 бомба, а в бургерной используются 2 бомбы. Ну, типа так. Ох, прям хочется что-нибудь взорвать. Сейчас пойдем взрывать. Сейчас мы сначала только сделаем эти бомбы. Рекла работа повара, потом меня швырнули бургером в колено. Швырнули бургером в колено. А как доставать из рюкзака? Так, надо закрыться, чтобы меня никто не видел, что я тут делаю. Закрыть прям абсолютно все двери. Батарейка валяется. 4 батарейки. Так, так. А, она то есть по 1 вытаскивается, да?
А, часы. Так, тоже кинуть. Кинуть. Так, на что мы делаем? Мы берем одну батарейку, берем одни часы и берем одну котлету. Окей. Так, бургер-бомба. Убираем ее. Подождите, так а я только одну штуку могу взять с собой в руки, что ли? Вы угораете? Я ее взорвал! Я идиот! Я ее взорвал. Подождите. Как мне тогда открывать двери, если они не открываются? What if this isn't real? Am I real? Так. Oh, God. Батарейка. А, котлета. Так, часы. Часы. Сделаем, короче, еще одну. Сделаем еще одну. Так. Заберем. Этот предмет слишком опасен для хранения в рюкзаке. Ладно. Поехали, короче... Да что я делаю-то, я идиот! Я взорвал еще одну! Ой-ё! Вы понимаете, да? Весь маразм. Котлета, да, даже испорченная работает? Хорошо. Котлета работает даже испорченная. И это хорошо. Так, короче. Короче, чё мы? Направляемся в бургерную. Попробуем взорвать туалет. Раз у нас бомба одна. Подождите, так у нас все равно бомба-то одна. Короче, едем в бургерную, взрываем туалет. Посмотрим, что там есть в туалете у них. Мне вот просто интересно, что у них там в туалете, что они там прячут. Что мне надо сделать для того, чтобы прекратить эту хрень в туалете. Вот здесь вот она, да? И чё? О май гад! Так а я типа и так сюда мог спрыгнуть. Фонарик у меня. Так я и так мог сюда спуститься. Бургерная бомба. Для начала избавьтесь от воды. Здесь надо сначала откачать воду. А как ее откачать? Нужен, короче, шланг. Для того, чтобы откачать воду. Так, бургерная бомба. Где-то была здесь, да? Так. Я что-то там взрываю. Так, я ее взорвал. А зачем? Для того, чтобы пролезть туда. Я не знаю, что я сделал. Я не знаю, нахрена я вообще тут что-то взрывал. Но надо сначала, короче, все изучить. Так, монетка. Это, короче, был ресторан бургерный, который затопило. Типа, да? Офигеть. Ладно, пойдем сходим в трубу. Посмотрим, что там. И у нас еще осталась дверь в музее. Я, конечно же, не знаю, что нас тут ждет, но я уже похерил себе ХП. Причем так нормально я его похерил. Кассета. Я Е7. Меня раньше держали в симуляторе бургерной. Технологии там были слишком эффективными, а гипноз слишком сильным. Меня тошнило, а все вокруг искажалось и дрожало.
После того, как отключилась симуляция от сети из-за большого взрыва, мне удалось выбраться оттуда, но компания Paragon схватила меня и перевезла сюда в счастливый бургер. Мне кажется, что симулятор закусочной намного старше амбара. Гипноз гораздо слабее, и я снова стал вспоминать, кто я. Ага. Так это было сделано. А чё такая музыка страшная? Так, ну-ка. Икселевский. Офигеть, какая музыка стала опасна. Человек идет сюда, взрывающийся. Отстань от меня. Короче, нам нужно, значит, скрафтить еще две бомбы. Подождите, я же ведь не взял эти котлеты. Я котлеты не взял. Сейчас мы, короче, идем, берем две котлеты и крафтим еще две бомбы. Музыка вообще стала страшная, капец. Две котлеты взяли. На всякий случай, пусть будет две. Мы скрафтим бомбу одну, но котлеты сделаем две. О, опять этот масляный человек тут бегает. Или кто он там? Желтый, короче. Человек политый или маслом, или медом, или хрен знает чем он там, короче, политый. Чем-то, короче, политый человек. Я не знаю. Короче, идем сейчас, покупаем еще два будильника и берем еще две батарейки, да? Ну, типа, это будет правильно, чтобы скрафтить еще две бомбы. Скрафтить еще две бомбы, и можно будет идти в этот, в музей. Подожди, я перещелкал. Так. Батарейки где? Батарейки, говорю, где? А вот она. Так, так. Это в рюкзак, это сюда. Так, все, мы, короче, все взяли. Все взяли, у нас есть и в рюкзаке, и не в рюкзаке. Крафтим, короче, две бомбы. Две бомбы. И потом идем в музей, да. Так и есть, и потом идем в музей. И после того, как мы взорвем в музее дверь, наверное, продвинемся по сюжету. Спать, короче, ложиться не будем. Нахрен надо? Кто вообще спит в такой ситуации, когда ты, блин, попал, короче, в подземелье в туалете, нашел кассету, и там тебе прям прямым текстом сказали, что, чувак, ты живешь в симуляции, давай вспоминай, тебе надо отсюда выбраться. Да, нам надо отсюда выбраться. Самое главное, чтобы по концовке игры мы, типа, не стали роботами. Ну, чтобы не оказалось, что мы типа роботы. Так, вот это. Так, крафтим. Забираем. Так, вот это. Так, подожди. А, я не могу вытащить, да? Я не могу вытащить. Пойдемте тогда, короче, в этот, в музей. Да что у меня с дверями такое творится? Не мешайся, чувак. Не мешайся. Бежим, короче, в музей. Смотрим, если там открывается дверь, если мы ее взорвем одной бомбой, то это будет прямо хорошо. То это будет прям замечательно, если мы взорвем музей одной бомбой. Дверь эту гребаную. Если она взорвется, то мы попадем еще дальше и узнаем на самом деле, что здесь творится, что это за симуляция, кто это вообще все придумал, нахрена все это надо было и для какой вообще это все было цели. Трудно увидеть картину. Так. Бабах. Офигеть.
Грим убежден, что объекты обладают высоким интеллектом. Эти организмы решили вселиться в аниматронные фигуры из кошмарной серии, взятые из фильма спин-оффов «Кайдзу» для более взрослой аудитории. То, что срослось с этими роботами, могло вселиться во внешние более дружелюбных амбарных приятелей, но выбрало монстров угрожающего вида, чтобы иметь еще большее преимущество перед своей добычей. Для устрашения и запугивания. Ты чё сюда идёшь? Они не могут убежать. Ты какого хрена сюда зашёл, чувак? Ты какого хрена сюда зашёл? А чё? А я хотел посмотреть, и типа я упал вниз. Офигеть. О май гад. О май гад. Так, а чё-то здесь, короче, творится. А что это? Это какая-то парковка. Эй, 42-й, я помню это место. Сюда выбрасывают все сломанное и ненужное. Возможно, здесь даже найдется мое тело, если ты не против поискать. А Е7 все-таки пошел вниз. Найди путь вниз. Вниз, 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 вниз. Это я понял. Это я понял. Что у нас там? 46 минут. Давайте, короче, я так понял, что сейчас будет... А у нас довольно длинная миссия. Мы будем спускаться куда-то вниз, что-то будем делать, будем кого-то искать. Вот. Поэтому я, короче, предлагаю продолжить в следующий раз. У нас, кстати, осталось $160 всего. Да, я предлагаю продолжить в следующий раз. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Залетайте в Телеграм по ссылочке в описании. Всем пока и до скорых встреч.